27 марта в 40 городских округах Подмосковья пройдет экологическая акция «Час земли». Ровно на один час с 20.30 до 21.30 будет отключена архитектурно-художественная подсветка некоторых административных, культурных и общественных зданий. Напомним, «Час земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В Одинцовском округе акция пройдет по 38 адресам. Их перечень опубликован на сайте администрации муниципалитета.